давай на ручки, ко мне. Ко мне, давай. На, снизу, как лиса. Меня зовут Дмитрий Лазиди. В «Газпром добыча на дым» я работаю с 2019 года. Именно на этом месте я смог в полной мере ощутить спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. В управлении по эксплуатации в вахтовых поселках очень хороший коллектив. Считай наш участок одним из самых сильных. Здесь очень грамотный руководитель, настоящий мастера и профессионал. По сути, я продолжаю учиться, перенимаю, так сказать, опыт. В общем, мне везет на встречи с хорошими людьми. Так было и раньше, когда трудился связистом в другой организации, ездил на двухнедельную вахту. И потом, работая электромонтером в городских электросетях. Мой зигзаг судьбы произошел после того, как неожиданно стала болеть нога. В 2000-х я узнал о сложном диагнозе. Конечно, новость тяжелая и стала испытанием, даже проверкой морального духа. Благодарен всем, кто меня поддержал. Ситуация очень сплотила с коллегами, и я чувствовал, что нужен. Вскоре вернулся в строй. Но спустя 10 лет пришлось сменить работу из-за осложнений здоровья. Причиной переосмыслить жизнь стало долгое лечение, связанное с эндопротезированием коленного сустава. Было очень сложное время, последовала череда операций, затем реабилитационно-восстановительный период, и меня поддерживала семья каждую минуту. Родные помогли справиться с переживаниями, а я понял, как важно ставить перед собой цель и воплощать задуманное. Наша семья любит собираться вместе, по праздникам, на дни рождения, в кругу друзей. Но время выходных мы посвящаем домашним заботам, отдыху, прогулкам и, конечно же, детям. Кирилл увлечен боксом, Роман любит рисовать, а Алене всего 2,5 года, и она только открывает для себя мир творчества. С супругой стремимся уделять внимание каждому. Походы в лес, ремонт велосипеда, конкурсы и соревнования, путешествия и поездки. Все это в радость нашей многодетной семье. Мы считаем, что добрые традиции, внимание к друг другу и повседневные заботы – это основа насыщенной жизни. И знаем, что очень важно верить в простые чудеса, в хорошее и свои силы.